Магазин «Батиска» в Санкт-Петербург представляет вашему вниманию трубку для дайвинга фирмы «Сарган». Название трубочки «Двина». Страна-разработчик – Россия. Страна-производитель – Тайвань. Итак, посмотрим трубочку поближе. Данная трубка является левосторонней, то есть использовать ее можно только с левой стороны. Вот это нам анатомия показывает. Присутствует нижний клапан и сверху волноотбойник. Волноотбойник не дает большей части воды, если вас накрыло волной, попасть в трубку. А нижний клапан помогает удалить ту часть воды, которая попала, достаточно легко. При всплытии большая часть воды выдавливает столбом через нижний клапан. Это достаточно удобно. Вот, по материалам. Загубник силиконовый, очень мягкий. Гофра также силиконовая, мягкая. Верх пластиковый, прозрачный в данном случае. Жесткий, не гнется. Вот, присутствует крепление такой вот трубки к маске. Очень удобно, один раз продеваете стрэп, и потом очень легко можете снять и поставить маску на трубку. То есть это очень удобно, не надо каждый раз возиться. Внешне выполнено очень качественно, никаких нареканий нет. Существуют они разных цветов, черные, прозрачные, синие, с разными цветами загубников. Итак, заходите на наш сайт batiskaf.ru, либо приходите к нам в магазин на Москве, набережной 33.